Так, все, еще снег. Сейчас посмотрим. Так, нажимаю, смотрим. Тут даже уже шмелечек опыляет. Ягоды висят. Так, ну вон лилия. Вижу, тут все в порядке с ними. Вон даже немножко паниклый. Или ирисы нормально. Крыжовник тоже хорошо. Так. Цветочки тут, конечно, вон все беленькие. Листы такие тоже желтые, не знаю, как осенью. И на малине тоже пигмент ушел как будто бы. Ну, тут непонятно, будут ли тут ягоды. Некоторые завязались. Так. Хризантемы, конечно, болеют. Вот так вот прихватила ягоды листья. Так, надо, значит, что-то дать, купить какую-то подкормку хорошую. Так, и что там внутри? Внутри черные цветы. Это бесполезно. Это выпустил цветонос первый, а он все уже замерз. Надо убирать, чтобы растение не тратило на это силы. Так. Так, ну тут ягоды. Ну, кстати, вот уже набирать начали. Цветоносы некоторые, и внутри чернота, то есть это бесполезные, замерзшие. Не знаю, все ли это так будут, надо было больше укрывать, но не знаю, помогло бы это или нет. Посмотрим. Не могу открыть. Да, там тоже чернота. Видите? Даже маленькие такие с цветоносами, и все. Без толку. Да. Нет, тут, кстати, желтые некоторые. Но процент, видимо, большой черных. Вот тоже черные внутри. Которые прям первые. Цветоносов, конечно, масса, но будет ли толк? Зеленушка тут. Так, остатки телефонов. Лилии вот эти, которые радовалась, что они вылезли, не померзли. Такие блеклые хризантемки. Кстати, петрушечка, ничего. Лилии молоденькие. Я укрывала. Смотрим. Могло, нет. Кстати, да. Вот, которые под укрывным, они желтенькие цветочки. В серединке. Значит, взять это на замену. Так. О, вот это да. Вот это сюрприз, конечно. Моя вишня. Ой-ой-ой. Видите, что случилось? То есть это только отпиливать придется. Столько цветущих, столько вишен могло быть. Жаль, но вообще все как разломилось. Видите, что случилось? Что-то тут нехорошее. Она полностью тут сломалась. Видимо, под тяжестью снега. А, ну все, да. Виноград полностью тоже умер. Все, сухие. Какие.
такие были тут веточки. Все сухие. Туда же укромно улетел. Сейчас я уберу трошечку с укропом. Но капуста, кстати, непонятно. То ли сдохла, то ли нет. Но листы такие. Видите? Печальные листочки. Уберем. Может, еще выживет. Это что? Ну ладно, она такая все равно стойкая. Эти обмороженные уберем, может еще пойдет. Тоже так же. Обморозил большие листы обмороженные. Виноград, конечно, вообще жалко очень. Ничего тут уж. Ну, сейчас, может, пойдет. Серединка-то целая. Так. Погода, конечно, что-то как-то опять хмурая. Непонятно. Смотрите, какой-то чудо. Вот здесь весь виноград большущий. Он весь полностью замерз. Полностью голый, не знаю, ботируется. И вот здесь вот молоденький. Вы видите? Каким-то чудом несколько веточек тут выжило. Конечно, огромный, огроменный куст. Полностью весь посох. Ну, вот эти вот веточки все. Это что, не знаю. Ему неоткуда выпускать уже, почки все выпустил. У него нет запасных почек. Это ему что надо, наверное, уже следующие это... Ну, следующие ветки пускать. Я не знаю, что там будет дальше. У него почек больше не осталось. Он все выпустил их. Вот. И вот здесь еще. Сейчас посмотрим. Вот так. Вот этот вот померз. И вот маленький остался. Черноплод корони стоит. Угу. Надо вот ветку убирать, конечно. Сейчас посмотрю. Это у меня лаванда. Лаванда живая. И плюс побольше. Кстати, молоденькую жимолость успела я покрыть ведерком. И она, видите, все тут цветет. Не знаю, будет еще мороз, нет, убираю, не убираю, непонятно. Молодки тут живые. Малина вроде тоже живая. А вот войлочку потрепала. И вот еще я тут покрывала лилии. Посадила, она вроде тоже выжила. И покрывала вот эту вишню шоколадницу. Не знаю, как уж она этот. Голубику вот эту покрывала. Вот она цветет тут. И все равно листочки покраснели, значит ей холодно. Посмотрим, здесь я вот клубничку сажала. Ну, вроде живая. С бутончиком стоит.